В абаканских автошколах аншлаг. Все хотят успеть начать учиться до 11 августа. Иначе после этой даты обучаться придется дольше и платить за курсы больше. Через несколько дней вступают в силу новые правила обучения на водительские права. Помимо этого, есть ряд требований к автошколам. Им нужно обновить материальную базу, согласно перечню, указанному в программе. Решить вопрос, кто и как будет проверять курсантов на стрессоустойчивость и учить вежливости на дороге. Все это, в голос заявляют владельцы автошкол, скажется на цене обучения. Изначально они заявляли, что речь идет не о маленьких суммах. И вот, все обсудив, сегодня автошколы объявили, ценник вырастет в среднем на 4-5 тысяч. А стоимость обучения по городу будет составлять 25-27 тысяч рублей. В районах ожидается повышение до 30. Кстати, свободных мест на курсы по старому ценнику почти во всех абаканских автошколах уже нет.